Видео подготовлено с сайта onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 308. В полдень термометр показал температуру Т градусов, а к полуночи температура опустилась на П градусов. Какую температуру показал термометр в полночь? Нужно составить выражение и найти его значение в двух случаях. Давайте сначала запишем краткое условие, небольшое. То есть у нас было на термометре Т градусов. Стало в полночь. Вообще неизвестно, сколько стало. Нужно найти, сколько градусов. Но сказано, что температура опустилась на П градусов. То есть на П градусов она стала меньше, чем была. Поэтому выражение, с помощью которого мы сможем найти температуру, который показал термометр в полночь, будет следующим образом выглядеть. Температура, которая у нас была, минус, давайте без градусов, минус P, потому что в полночь на P градусов стало показывать меньше. То есть T минус P – это температура просто в полночь без термометра. Ну а теперь нужно найти значение этого выражения. При Т равном 25, а П равном 7. Представляем в выражение Т минус П их числовые значения. 25 минус 7. Получаем 18 градусов. Термометр показал температуру в полночь. А если Т у нас равняется 34, а П равняется 14, то 34 минус 14 получается 20 градусов. Показал термометр температуру в полночь во втором случае. Выполнили задание 308. Но если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Из вопроса, предложения или пожелания подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.